Давно я не готовила этот свой любимый рецепт — скумбрия в томатном соусе. На вкус получается точно так, как рыба в банках была. Помните скумбрия? Мы из нее даже борщ варили раньше. Для основы маринада, в котором будет тушиться рыба, лук, морковка, лавровый лист, черный горошек, всякий перчик, короче, и томатный соус или томатная паста. Обязательно добавляем в маринад соль, сахар и выкладываем рыбу сырую, не обжаренную. Тушим рыбу под крышкой минут 10-15. Кушать ее желательно в холодном виде. Это очень вкусно. Да с картошечкой, да с пюрешкой. Точилка для клюва. Сухарик нашли. Была вчера гренка. Сегодня уже сухарик. Фима сегодня целый день спит, как моя шапка. Точно, как моя шапка. Ты чё такой? С тебя шерсть лезет, бодранный весь. Боже мой, опять дерется, ходит. Ты старенький. Старенький уже драться ходить. Твое место уже здесь, на пуфике, а ты все бегаешь по заборам, с котами дерется. Мокро, холодно. Ну вот, рыбка остыла, настоялась. Такое желе получилось. Просто желе. Сейчас посмотрим, какая она. Вкусняшка такая. Это самый простой, самый легкий способ приготовления скумбрии. Даже не духовка. Потому что не у всех духовка есть. А голову морочить. Смотрите, какая. Точно такая, как в баночках. Скумбрия. Просто супер-пупер. Как я говорила, любимая полосатая спинка ирландских моряков. Ням-ням. Приготовьте скумбрию по такому рецепту, и будет вам счастье. Приятного аппетита. Пусть вам будет вкусно. Доехала без повреждений. Большое всем спасибо.